Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня у нас с вами мега супер-пупер конкурс, ребята, просто 100 победитель, а игр будет еще больше. Я объясню почему, потому что некоторые призы содержат в себе от 2 до 14 игр. Например, если вы выиграете Painkiller, то там будет 14, комплект из 14 игр, он стоит 1000 рублей в Steam, один такой комплект, а их будет 10 таких комплектов. Ну что ж. Что у нас сегодня за игры? Я про каждую игру отдельно еще скажу, но сначала давайте перечислим, что можно выиграть в моем сегодня мега-конкурсе. Это 10 CSGO, 10 Banished, 10 Titan Quest, вот, 10 Gothic, 10 Darksiders, 10 Painkiller, 10 любых игр Steam, которые вам нужно будет написать в комментариях, 10 VIP-ов, 10 VIP-плюсов и 10 премиумов на Кристалликсе. В сумме это получается около 100 призовых мест. Вот, в общем-то, давайте поговорим, что нужно сделать. Первое, это поставить лайк этому ролику. Второе, написать в комментариях, какую игру вы хотите, потому что если вы будете в 10 рандомных игр, то вам игру дадут, которую вы напишите, естественно, из Стима. Третье, подписаться на каналы 4 спонсоров. Ссылочки есть, ну вот, на ваших экранах. Там спонсор 1, спонсор 2, спонсор 3, спонсор 4. И также в описании под роликом все 4 спонсора. Если вы хотя бы на одного не подпишетесь, или не поставите лайк, или не прокомментируете, то вы не сможете поучаствовать. Ну а также нужно быть подписан на мой канал. Это все 4 условия. Так, ну что ж, 4 условия, 4 спонсора, как все лаконично. Конкурс будет идти ровно 2 недели. Сегодня начинается 9 числа, заканчивается 22 числа, воскресенье. Ну что ж, ребятки, давайте поговорим теперь о каждой игре отдельно. Ну что ж, ну CSGO не будем говорить, тут все так понятно. CSGO это классная игра, в которую я и сам играю, поэтому она здесь и присутствует. 10 копий лицензионных CSGO. Дальше, игра Banished. Banished я ее снимал, она на моем канале есть. У меня очень много, ну у меня не очень много видео по этой игре. Есть целый плейлист, вы можете посмотреть. Классная стратежка, мне она понравилась. Очень реалистично, здесь ты цепляешься за каждого человека в своей деревне. Очень классная стратегия. И поэтому 10 копий Banished участвуют в этой мега-конкурсе. Titan Quest. Это, если вы играли в Diablo, то вам будет знакома эта игра, то есть вы сразу же узнаете такой жанр игры. Очень прикольная игрушка, мне она понравилась, в молодости я в нее играл, где-то в 2007-2008 году, может быть в 2005-2006 году я в нее играл. Она очень прикольная, интересная, любителей своих она нашла, очень популярная игра в того времени, да и сейчас в нее многие играют, поэтому советую поиграть, да и вообще, если она выпадет, то будет круто. Дальше, это, наверное, фаворит, один из фаворитов, ну, не самая дорогая игра, но тут будет, а, кстати, да, в Titan Quest будет комплект, вы получите Titan Quest и что-то там еще, Titan Quest, какое-то дополнение, какую-то игру дополнительную, там, с учетом кучу часов геймплея. Дальше, один из фаворитов, это именно мой фаворит, потому что это одна из моих любимых, вообще реально за всю историю игр, это одна из моих любимых игр, это Готика. И вы в этом комплекте, победитель этого комплекта, то есть 10 комплектов, каждый победитель комплекта получит не только Готику, но Готику первую, Готику вторую Gold Edition и Готику третью. Без Готики четвертой, которая называется Аркания, потому что она параш, ну то есть она не очень. Вот первые три Готики, они еще были более-менее годными, и... В одном комплекте они, если вы побеждаете, если вы получаете, вам выпадает Готика, то вы получаете сразу же целых 3 игры. Это реально круто. Ну что ж, про Готику больше ничего не могу говорить. Это крутая RPG-шка. Интересная в этих 3 частях. Думаю, около, ну не знаю, сотки часов геймплея точно найдется для вас. Вот, если вы любитель RPG. Дальше, Darksiders. Darksiders это прикольный слэшер. Бегать, месить, кромсать монстров, прокачиваться. Это весело. Darksiders это вам покажет, научит и так далее. Painkiller это один из самых больших топовых наборов здесь сейчас, который каждый из 10 наборов стоит по 1000 рублей. Вот, там 14 игр. Это шутанчик... Ну там не 14 игр, там около, наверное, нескольких игр, и к ним куча различных DLC-шек еще там с кучей геймплея, дополнений и так далее. В общем, классные наборы, по 1000 рублей каждый набор был, то есть очень круто. Очень крутая игрушка, старенькая тоже, но очень классный, классный шутер, советую поиграть, то есть, во-первых, кому попадется, тоже будет круто. Дальше, это 10 любых игр Steam, вы пишите в комментариях, хочу GTA 5, хочу там... Fallout 4, хочу Garry's Mod, можете даже писать хочу CSGO, потому что или хочу тот же самый Banish, Painkiller, Готику, неважно, все что угодно вы напишите, если вы попадете в эту десятку, то вы получите свои игры из Steam. Дальше, 10, от 6 тысяч участников 10 VIP-ов на Кристалликсе, от 12 тысяч участников 10 VIP-плюсов на Кристалликсе и от 18 тысяч участников
10 премиумов. Также не забывайте, что вы можете создавать аккаунты на Ютубе и несколько раз участвовать в конкурсе с каждого аккаунта. И не забывайте открыть фид. Если у вас не будет лайка или на кого-то вы не подпишетесь, потому что такое было, что пацан подписывался на 3 из 4, а на кого-то он не подписался, кому-то вот он забыл лайк поставить, то вот, ребята, вы сразу же пролетаете, я буду сразу же идти дальше, потому что 100 победителей это стрим как минимум на несколько часов. Я буду на стриме все это показывать 22 числа. Ну что ж, в принципе, на этом все, дорогие друзья. С вами был Демастер. Это очень огромный конкурс. Нужно поставить лайк, написать комментарий, какую игру вы хотите, и подписаться на 4 канала спонсора. Но также быть подписаны на мой канал. Это все. Итоги 22 числа. Я повторяю это дважды для того, чтобы все усвоилось. У нас 4 спонсора, нужно всех 4 подписаться. Ну а на этом все. Всем удачи, ребята. Я сейчас 100 участников, 100 победителей будет, ребята. Очень высокий шанс победить. Мега-конкурс, ребята. Мега-конкурс от меня. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока-пока. Кстати, подписывайтесь на мой ВК, может быть, выложу туда скриншоты уже купленных игр, потому что они у меня уже куплены и лежат в инвентаре. Если так, если вы знаете мой Steam, вы можете даже чекнуть мой инвентарь на наличие игр, и вы все эти игры, которые я здесь перечислил, уже увидите в моем, опять же, инвентаре в виде гифтов, которые я буду отсылать на почту победителям. Вот, поэтому можете сразу же писать свою почту в комментариях, и я на нее, наверное, буду кидать. Ну все, на этом все, дорогие друзья, с вами был Демастер, всем удачи, всем пока-пока, я уверен, что кто-то из вас победит. Участвуйте!